Протяг реконструкции Минской шаши, ремонт в улице Якубовского и проспекта Пушкинского от Гагарина до Островского. Вот главные три объекта, которые планируют включить в план капитального ремонта в уличной сети Могилева на 2017 год. Больше уваги нададут приватному сектору, отзначили коммунальники. Заулок Пячерский у Могилеве, так званый дачный поселок. Жыхары написали коллективный лист. Жить перешкаджая, гэта лужина. Кажуть, коли теплее, перетворается и на у непроходное и непроездное болото. Тротуаров здесь нет, и вы видите, что народ как может, так и проходит. Особенно, когда с остановки выходит. А здесь не настолько интенсивное движение машины и пешехода, но тем не менее неудобства были. Основная проблема, особенно старой застройки, это узкие улицы и проезды, на которых, в принципе, невозможно технически выполнить устройство тротуаров, водоотведения полноценного. Где-то невозможно устройство кюветов из-за ширины проезжей части и близости заборов частных домовладений. Проблему попробуют вырешить. Ремонт улицы унесли у план на 2017. Как раз теперь идея его формирования. Так, все лето подсыпали асфальта гранулятом 35 улиц приватного сектора Могилева. Для того, чтобы покрытие после подсыпки оставалось качественным и долго служило, необходимо выполнять работы хорошими материалами. И мы используем для подсыпки улиц частного сектора асфальтогранулят, который получается от фрезерования улиц нашего города. Соответственно, мы зависим от объемов капитального ремонта улично-дорожной сети, при котором как раз-таки фрезеруется старый асфальт. У наступном году протягнуть капитальный ремонт Минской шаши. Так само планов на в поселках Малая Барока, Шипаевка, Абиссиния и Луполова. Алина Мельшанкова, Катерина Городницкая, Виталь Алексеенко. Новини регион.